Приветствую, уважаемые друзья, гости и подписчики моего канала. Сегодня очередная посылочка. Хочу ее вскрыть, показать, что в ней находится. Видите, перемотан пакет почтовым скотчем. И что в посылке, сейчас увидим. Посылку заказал с магазина «Пехота Бай». Хочу, друзья, порекомендовать вам этот магазин. Уже не первый раз в нем делаю заказы. Позвонил, уточнил размер, заказал. И посылка уже через день пришла ко мне. Отправляют наложенным платежом, что для некоторых удобно. И в посылочке пришла форма «Горка 3» черного цвета. Сейчас посмотрим и рассмотрим. Магазином очень доволен, поэтому и вам хочу его порекомендовать. Ссылочка на магазин будет в описании под видео. Кого заинтересует, заказывайте, проверен магазин. Все быстро, оперативно, культурные консультанты, менеджеры. Приятно пообщаться. Очень часто скидки делают. Вот форму приобрел тоже по скидке. К 23 февраля сделал себе такой подарок. С праздником вас, уважаемые друзья! Сегодня 23 февраля. День защитников Отечества. Так что, мужики, всех вас с праздником! Магазин одежды, милитари и снаряжение. «Пехота Бай». Дисконтная карта. Вот. Уже как постоянному покупателю мне ребята прислали дисконтную карту. Ну и сейчас рассмотрим форму. Штаны отложу. Ткань рипстоп и хлопок. Хорошие ровные швы. Хорошая липучка большая. Производитель горки — белорусская фирма «Гризли». Сейчас найдем этикетку. Костюм мужской, горка черная и размер 54-4. Изготовлено 2016 года в Могилев. Я уже вижу, что горка хорошая. Пуговицы на канатной системе сделаны, как на британской форме. Комплект демисезонный с флисовой подстежкой. Когда холодно, можно подстежку подстегнуть. Когда становится чуть пожарче, потеплей, подстежку можно снять. Подстежка на молнии. Вот. Флисовая, ну, толщина флиса где-то миллиметр. Я брал до этого зеленую горку, тоже на флисе. Ходил зимой, одевал еще одну флисовую. У меня подстежка есть. Термобелье. И при морозе минус 5 градусов я себя чувствовал комфортно. Ну, сейчас посмотрим штаны. 4,4 размер. Хорошая ткань. В помощи. Все на канатиках сделано.
Карманы боковые не сильно глубокие. Сзади есть хороший глубокий карман, застегивается на пуговицу. Все новенькое, надо разрабатывать. Здесь карман на клапане, что ничего не выскочит из кармана, ничего не потеряем. Все пришито ровно. Ну вот, такая вот у меня покупочка. Покупкой я очень доволен. Хорошая форма, хороший комплект. Если кого заинтересовал, вы теперь знаете, где можно ее приобрести. Спасибо, друзья, за просмотр. Спасибо за комментарии. Спасибо, что поддерживаете мой канал. Ставите лайки, комментируете. Это очень приятно. Всем благ. Благ вам, вашим близким. Еще раз хочу поздравить всех с праздником. Всех благ вам, друзья. До свидания. До новых встреч.